зарядные провода и не забудь про стабилизатор. Это очень важно. Я знаю, что нужно делать. Вот лежите на своей кровати и не мешайте. Ты не понимаешь, это должна быть финальная ракета с прекрасной формой. О, господи, лучше бы я не доставал вас из поликлиники. О, незнакомец! Мы несколько раз пытались отправить вас наверх на этой ракете. И сегодня это не исключение. Так что готовьтесь к новому полету. Вы не представляете, мы обнаружили новый источник топлива. Это топливо мы смогли получить из останков скелетов. Я назвала это костный газ. И ко всему прочему, мы разработали гаджет, который поможет собрать это вещество. Так что поиски будут очень легкими. Ух ты, прикольненько. А где этот гаджет? Дайте мне его скорее. Он вот тут. Для финальной ракеты нам понадобится металлолом и кости. И поверь, эта ракета будет намного шустрее, чем предыдущий. Ух, надеюсь, что в этот раз у нас все получится. Звучит ужасно убедительно. Давай, драпай уже скорее и найди последний материал для изготовления нашей ракеты. Уже бегу. Теперь мне нужны и кости, и металлолом. Ну что ж, ладно, соберем вот эту штуку, детектор сундуков. Он нам покажет, где что искать. И я удивлен, конечно, о том, что профессор сбежал с поликлиники и теперь валяется здесь. Ну ладно, ее выбор. Я поощряю. Давай включим детектор сундуков. А, подожди. Этот детектор ищет лом. Вот, мне нужно найти лом. По-моему, он только лом и ищет. И, кстати, он пиликает здесь. Здесь где-то здесь есть лом. Так, давай-ка сюда сбегаем. Ломик, ломик. Здесь нету лома. Возможно, он под нами. Так, сюда пиликает. Тут сильнее. Прям еще сильнее. Капец, как сильно. Ого-го. Что-то здесь есть. Короче, металлолом за этой стеной. Поэтому полезли. Полезли через эту стену, если у нас, конечно, получится. Я надеюсь. Я, конечно, надеюсь, что мы сможем туда залезть. Ой, как я скатываюсь с труб-то. А если я на эту трубу залезу? Ага. Так. И почти. Это было рядышком. Есть! И я перебрался через эту стену, и мы возле храма колечков. Храм колесиков, понятно. Где-то тут, значит, есть шестереночки. Сейчас тут тоже полазим. О, как пиликает, смотри-ка. Так, шестерня где-то здесь. Прям вот где-то здесь. Где-то здесь. Тут нет прохода. Пойдем-ка спустимся в подвал. Ну-ка. Вон там вот, скорее всего. Сейчас мы туда залезем. Под лесенкой, да? Да! Вот она, шестереночка. Мы ее собрали, но есть еще где-то здесь шестереночки. Вот он, этот тайник. Все, нашли. Последнюю деталюшечку, из-за которой сходил с ума детектор. Теперь я хочу сходить туда, за закуток, где мы нашли домик со странными зелеными ячейками. Но в прошлый раз мы туда зайти не смогли. У нас не было меча. Но теперь он у нас есть, и есть вероятность, что мы туда проникнем. Ну-ка, давай-ка попробуем. Опа, нифига себе, а ты тут что делаешь? А, это забег. Ты хочешь сам... Все, теперь понятно, почему здесь вот эта вот штука. Ладно, давай посмотрим, что за забег ты нам обещаешь. Первый забег, это, конечно же, разведывательный. Как мы с тобой помним. Погнали. Нужно произвести разведочку. Так. Бежим сюда. Потом... Ого, как далеко. Ничего себе. Давай-ка мы сделаем вот так вот. Опачки. Так. А, ну все понятно. Все понятно, все ясно. Молодец, ты меня обогнал. Еще и выпендривается. Типа, изи. Вообще в легкую он меня сделал. Сейчас посмотрим, кто кого. Короче, я подготовился. Давай, погнали. Должно сейчас все получиться. Давай, стартуем. Я на грани. Сейчас нам нужно запрыгнуть вначале на забор. Возможно, это будет все сейчас долго, очень долго. Ой, блин. Так, потерял время. Очень много потерял. Да опять не запрыгнул. Да что ты будешь делать-то? Так. Так. Теперь сюда. Давай. И... Нет, это было слишком долго. Короче, есть другая идея. Давай-ка мы постучимся в этот домик.
Я договорюсь вон с тем чуваком, он откроет вот эти шторки, и я буду пробегать через здание. Открывай! Мне нужна твоя помощь. Хелпаник у них. Здорово. Хэнк он и Хэнк ю. Так, значит, что мы тут имеем у тебя? А, собственно, ничего. Интересно у тебя домик. Так, если я кину сюда. Ага. А ты можешь отсюда отойти? А то ты мне слишком мешаешь. Детектор прямо зашкаливает вот здесь вот. О, проходик есть. Но я туда не залечу. Ага. Тут явно что-то есть. За ним был лом. Все, ломик я нашел. А знаешь, как я сюда проник? Вот так вот берем, шарик туда выкидываем. И все, он нам, в принципе, не помеха. Давай посмотрим, что там наверху. А тут ничего нету. Но есть вот здесь. Давай запрыгнем, посмотрим. Опачки. Кубик сюда вставляем и что-то открываем. А, открыли вот эту дверку. Ага. Ага, ага. Все, я, кажется, понял. Я понял, как нужно действовать. Да блин. Как тут пролезть-то? Так, значит, закидываем сюда. Давай, я готов. У меня все на мази. Я все продумал. Достаем меч. Меч достаем, достаем, достаем. Стучим. Он сейчас откроет. Мы прыгаем сюда. Теперь кидаем сюда. Вот сюда. Вот так вот. И. Нужен. Я должен быть первым. Я должен быть первым. Я должен быть первым. Первым. Ей! Он мне прямо на пятки наступал, но я успел. Отлично, сколько тут шестереночек. Чума. 72 шестеренки мы собрали. Так, кто это что сказал? Кто выпендривается там, а? Это кто? А, баночки-скляночки. Кстати, в комментариях писали, что нужно по порядку, может быть, разбить баночки-скляночки, и тогда что-нибудь здесь будет. Я сомневаюсь, если честно. Кстати, мы можем активировать теперь вот эту вот фиолетовую штуку. Сейчас. Вот так вот у нас же есть МакГаффин. Опа. Прыгаем. Вон оно что. Эту штуку можно было использовать для того, чтобы выиграть нашего вот этого бегуна. Но я и без нее, в принципе, управился. Стой, подожди. А если я сюда пульну вот так вот? Нет, так не прокатило, черт. Ну-ка, куда она летит? А, без толку. Смотри-ка, кого я нашел в храме. Ах ты, негодяй, спрятался как, а? И еще тут зашкаливает детектор. Где-то здесь что-то есть. Вот оно где. Забрали, отлично. Кстати, мы теперь наконец-то можем решить головоломку вот с этим вот огнем. Все стало проще. Вот, мы разожгли. Мы сожгли картон, запрыгиваем сюда. И здесь огроменная шестерёнка. Ага, значит, ты все-таки это сделал. Я думал, что ты не сможешь заполучить некоторые части лома. Ты кто такой вообще? Но я все-таки предчувствовал этот день. Предчувствовал он, засранец. В любом случае, ты ничего не сможешь доказать. А сейчас тебе придется отдать мне все, что ты нашел. Что? Какого лешего? Ничего я тебе не отдам. Все это? Деликатес, гаджеты. Что это все значит? Это мой любимый город. Какого черта здесь происходит? Сир, ну, как бы... Ты, оранжевый засранец, идешь со мной, маленький предатель. Фух, вот это меня пронесло. Короче, оказывается, это тот воришка был, просто он сейчас оделся как джентльмен. Но, слава богу, его поймали. Он хотел забрать у меня все, но сам наткнулся на копа и в итоге сядет в тюрьму. Так. Мне осталась последняя шестереночка, и все для ракеты у нас собрано. Где бы мне найти? Конечно же, нужно бежать по детектору. Так. Кстати, а если коп нашел его, значит, он в полицейском участке. И, возможно, он мне даже откроет двери. Да, у него открыто, смотри. Этот чувак сидит в тюрьме. Пусть сидит. Так, где-то здесь должна быть шестереночка, наверное. А может и не будет. Кстати, насчет одежды мне тоже писали в комментариях, что если приглядеться, где-то висит... Нет, это просто одежда, это не висит тот чувачок. Это просто одежда. О, смотри, тут в магазине есть радиус детекторов сундуков X2, давай купим. Так, я залез на водопад, надеюсь, что я здесь что-нибудь ченненькое найду. Прям ченненькое. Тем более, меня сюда привел детектор. Возможно, нам туда, наверх. А может и нет. Там невидимая стена.
О, нашел 105-ю. Отлично. Все, я нашел 105 деталюшечек. Все кости у меня собраны. Надеюсь, что в этот раз я улечу. Я улечу в далекую страну. Так, все готово? Последние приготовления закончены. Отлично сработано. И мы, между прочим, выяснили настоящую проблему наших крушений. Дуй сюда, я тебе все покажу. Ну ладно, я прям в предвкушении. Давай, показывай. Вся проблема была в чертовом модуле музыки. В смысле? При чем тут музыка? Корабль играл постоянно одну и ту же музыку. И что? Это прям так критично было? И как только музыка начинала проигрываться, все наши настройки и калибровки сбивались. Слушай, может у тебя получится найти новый музыкальный модуль? Что ты скажешь на это? Нужен всего лишь один. Вот сюда. Если ты нам не поможешь, то это конец нашей карьере кораблестроения. Будь позитивнее, Минюм. Ну, я даже не знаю. А что обычные нормальные люди делают, когда пытаются найти ответы на свои вопросы? Они обращаются к религии. Может, ты нам поможешь сейчас? Отпусти его, он нам нужен. Ох, ёх, макарюх, летим с ветерком.